Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkwood. И сейчас я хочу отсюда убежать, естественно, к себе домой. Потому что время уже поджимает к вечерней зорьке. И я не хочу остаться здесь посреди улицы, в темноте, да еще когда меня окружают эти ядовитые грибы. Давайте-ка отсюда смоточки делать по Шурику. Черт, я не помню, что тут у нас. Просто дерево. Можно, конечно же, маленечко, совсем буквально капельку побродить. Время еще чуть-чуть позволяет. Но, так, погоди-ка, ящик. А, черт подери, отмычки-то у нас нету. Да, хотелось бы взглянуть, что он... Да чтоб тебя, блин, ребята, только нет. Я, по-моему, сейчас... Я сейчас отдуплиться могу. Блин, да где лекарство-то? Хоть есть что-нибудь? И тут меня ждет большой фиаско. Ничего у нас нету. Таблетки эти... Я не знаю, что они делают, но явно нас не подлечат. Все, крантарики. Да. Печально все вышло. Откуда я хоть начну-то? Так, сохранение. Ага. Глухой лес. Ну, в принципе, недалеко отсюда я и начал. Жалко, конечно, что немного потерял времени. И по ходу дела, ребят, я даже не знаю, мы потеряли что-то или нет. Я даже, честно говоря, не заметил. Так, погодите, грибы-то надо слопать. Эти таблетки, по-моему, вообще не нужны. По крайней мере, нам. Так, здесь мы с вами слишком сильно не побегаем, а вот грибочки сожрать надо. Да, прибавку, конечно, не дам. В эссенции дали очень и очень большую. Ладно, прошло сохранение. И теперь уже точно, хотим мы этого или нет, нам пора бежать в нашу самую первую локацию. Черт, хотелось бы, конечно, вернуть наши вещички, которые мы потеряли. Но время, думаю, у нас будет, и мы еще сюда придем. Так, и разберемся. Как же все-таки было глупо вступить на ядовитые грибы. А, вот он, кстати. Ого себе, ничего. Ребят, да? Потерял я что-нибудь или нет? Да практически пол инвентаря у меня здесь лежит. Ух, ну что же, хорошо, что хотя бы так все вышло. И домик, как говорится, недалеко. Так, чувствую я, мне придется здесь и заночевать. Время уже 6 час, туда бежать нам слишком долго. Так что готовимся к бурной и ужасной ночке. Черт, а нам там не походить особо сильно. Знаете почему? Потому что у нас-то... Оу, псина. Псина, иди отсюда, ты нам не нужна. А может шибануть ее разочек, а? Давайте ее огреем. Ну, давай, 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 беги, беги, беги сюда. Ну, а так, отлично. О-о-о, блин, зараза. Что творит? На-ка. Все-таки ее и добил. Мясо нам пригодится. Точнее, на продажу. Оу, тут гвозди, полено, ну и камень. Фиг с ним. Не выбрасывать же добро. Тем более у нас пока есть место в инвентаре. Ну что, по округе вроде бы все. Я вот только единственное не помню, где здесь этот ящик лежал, который нужно было открывать отмычкой. Ну что же, будем готовиться. Время 6 час. Давайте, наверное, на верстачок выложим здесь все-все самое необходимое. Так, мясо надо будет сожрать, это однозначно. Так, посох. У нас 2 посоха. Так, камень пускай лежит. Коктейль Молотова. Дробовик, дробовик. Кстати, надо будет им как-то воспользоваться. Отмычку, наверное, пока оставим. Хотя нет. Мало ли, нас тут зашибут ночью, и опять мы что-нибудь здесь потеряем. Хотя в доме навряд ли мы что-то потеряем. Так, объединили. 50 гвоздей максимум, может быть, в стаке. Все. Давайте съедим кусок мяса. Да, тоже очень мало нам добавил эссенции. Но ничего не поделаешь. Так, погодите. Здесь у нас отрава. Значит, нам туда ходить не резон.
Интересно, а враги тоже будут травиться или им по барабану на это все, на эту отраву? Вот он в чем вопрос. Если они будут травиться, то с одной стороны это очень даже хорошо. Самодельный дробовик после двух выстрелов бесполезен, он нам не нужен тогда получается. Ткань бы, нам бы, ребята, ткани, парочку кусочков, да, чтобы сделать себе инвентарь побольше. Вот это было бы хорошо. Так, давай-ка вот сюда. Слушайте, я даже не знаю. Сейчас мы закупоримся. А куда прятаться, я пока не приложу даже ума. Что нам лучше сделать? Ну неужели через эту гадость идти, а? Ну не хочу. Так, погодите-ка. Ага. А я-то думал, что здесь можно поставить двери. Но не тут-то было. Так, 8:00 времени. Наверное, уже пора зажигать генератор. Чё мы будем тянуть кота, как говорится, за одно место? Оу, щит, у нас еще очень мало бензина. Черт подери. Надо взять обязательно горючки. И если я не ошибаюсь, то в инвентаре у нас тоже мало. Так, да, ребята, смотрите-ка. Горючки-то буквально чуть-чуть. Вот тебе, да, проблема с бензином началась. В свое время я не особо рационально его тратил. Не боюсь, как бы не получить за это. Давайте срочно заправлять, потому что время уже что-то темно. Неохота мне тут напороться на кого-нибудь. Канистра пуста. Все, включаем генератор. И шеминтом просто бежим в укрытие. Теперь давайте забаррикадируемся. У нас как раз тут что? Стол, шкаф надо отодвинуть и поставить, я думаю, вот сюда. Короче, ребят, у меня такая идея. Мы будем с вами вот так стоять, прикрывшись шкафом. Больше я никакой возможности не... Что такое, не понял? Кто меня травит там, а? Вы посмотрите, на земле-то оказывается и здесь этот яд, а? Да. Слушайте, я не могу понять. Я сделал себе броню, а где... А, вот. Вот она. Броня надета. Я уже хотел спросить, какого хрена она у меня в инвентаре, но толку от нее ноль. Ладно, посмотрим. Так, посох у меня есть. Вилы. Вилы, к сожалению, сломанные. Их надо будет починить как-то на досуге. Все, ребята. Началось. Вы слышите? Кто-то где-то скребется. На самом деле я не уверен, что это место мне поможет как-то, но шкаф хоть немножко меня защитит. Так, что у нас тут вообще есть? Давайте посмотрим. Дневник. Ну что, тут практически ничего хорошего нету. Предложение оборотня. Вот, принести ему ключ от закрытой комнаты в доме корги, смердящей курами. За это он поможет вернуть мой ключ. Услуга за услугу. Ключ за ключ. Все по-честному. Старуха живет в деревне в юго-восточной части на окраине глухого леса. В юго-восточной части. Ребята, вы запомнили? Как тут определить, блин, юго-восточную часть? Нет, ну если здесь как по-нормальному вверх это север, вниз это юг, то тогда можно найти. Так, ну это мы все с вами читали, эти все записки. Тем не менее, уже сейчас будет 11 часов. Вот это вот лачуга. Ну, это не может быть корга. В юго-восточной, да, этом части? Так, запад, запад-восток. По идее, там и должна быть корга, смердящая курами. В глухом лесу, да? Он же написал. Ладно, мы как-нибудь на досуге туда потом сходим. А сейчас времечко поджимает. И знаете, что мне еще здесь не нравится? Что у меня здесь, оказывается, нету лампочки.
Я просто попал без света. Началось, ребята, началось. Оу, щет! Да пошел ты отсюда, урод! Вот он меня в тот раз и завалил, козел. Так, чмо, блин, иди сюда. Оу, у меня очень мало хп, ребята. Вот тебе и здрасте, вот тебе и приплыли. И это только началась ночь. Ладно, где мы? Начинаем с этого домика. Да, с глухого леса. Ну, естественно, репутацию мы с вами не заработали. Но, по крайней мере, рюкзак хотя бы здесь рядом. И в нем всего лишь посох. Так, ну что ты мне тут будешь предлагать, братишка? У тебя есть таблетки. У тебя есть горючее, бензин. У тебя много чего есть, но у меня нету, к сожалению, денег для этого. Для всего, для покупок. И меня это немножко гложет. Ну что же, с этим все разобрались. Давайте тогда пойдем с вами немножечко попутешествуем, походим, поищем. И я хочу сбегать туда, куда мы с вами смотрели. И может быть мы найдем эту смердящую курами бабку. Ну, а у нее уже заберем ключ. Или выторгаем. Что она там будет предлагать, я даже не знаю. В общем, двигаемся в том направлении. Так, тихо, тихо, тихо. Кто это у нас тут? Что это за говнюк? Опять камнями будет бросаться? Точно, блин. Да на-ка. Что? Смотри-ка, не бежит от меня почему-то. Хе-хе-хе. Мертвый дикарь. Ну, бутылка, две-три тряпочки и камень. Камень нам нафиг не нужен. Мы не будем его брать, чтобы не засорять себе инвентарь, который у нас и так очень маленький. Кстати, да, я забыл сделать две вещи, ребята. Починить свое оружие. А в основном это, конечно же, вилы. Где я тут нахожусь? Хрен его знает. По какой траектории бегу, пока не запомнил я этой, как говорится, местности. Не так уж и часто я тут бегал, в отличие от самой первой. Ага, все, кажется, я вспоминаю. Так, зачем я взял гнилой гриб? Его все равно надо выкидывать. Ну что же, вот эта местность уже знакомая. Здесь мы с вами были, здесь играет музыка, но почему-то никто не живет. Или же просто отсутствует хозяин. Потому что у нас, не забывайте, еще не сделана одна миссия на свиноферме, где нужно, видимо, убить свиноматку. Может быть, после этого продолжится как-то развитие. Так, тихонько, я вижу, там у нас ходит лось. Главное, не попасться ему на глаза. Так, погодите, что тут у нас вообще? Где я нахожусь? Ничего не понимаю. Так, опять эти ядовитые грибы. Сдались они мне. Черт тебя подери. Ну как я не мог увидеть капкан? Ну правильно, он тут сливается с этими корнями. Фиг его разглядишь. Да давай ты быстрее вырывайся из него уже, а? Корячишься там. Так, все, время истекло. Забираем металлолом. И половинку столбика ХП у меня отобрал этот капкан. Вы представляете, а? Так, тихо, тихо, не буянь. Вот этот капканчик бы на этого лося поставить. Отобрать у него рога и торговцу продать за соточку. 4 рога, 4 сотни. А за них мы бы смогли купить ткань. Так, вот, ребята, по-моему, это лачуга. О, горючка есть и гвоздики. Так, ну что-то я в этой лачуге, знаете, что не вижу? Прохода? Как туда войти-то? Он наполовину зарос деревом. Интересно, да? И вижу там ящик. Хм, странно, ни окон, ни дверей, ничего абсолютно. Может быть, как-то здесь можно обойти? Да ну, ничего такого здесь нет, никакого проходика. Ни какой-нибудь зацепочки. Жаль, это очень плохо. Тогда я не понимаю смысла в этой лачуге. Что нужно вообще здесь сделать? Как пробраться? Ребята, как обычно, жду ваших комментариев.
по поводу вот этой лачуги, как в нее попасть-то? Действительно, нет дверей, нет окон. Поросшая вся деревом. Ну ведь стопудово там как-то можно оказаться. Если, конечно, нету какого-нибудь подземного прохода. Ну, как бы вам сказать, сеть туннелей подземных, через которые можно вылазить в разных местах. Ладно, здесь нам больше тогда, получается, делать и нечего. И практически вся карта у меня исследована. Тогда где эта бабка, смердящая курами? Вы посмотрите, у меня все тут излазено. Кроме, наверное, нижнего западного крыла. Странно это очень, конечно. Куда направляться, даже ума не приложу. Ну, на ту карту еще рано переходить. Потому что здесь очень много заданий, которых мы не выполнили. Кстати, у меня горючее есть. Можно было бы заправить на свиноферме, как бы вам сказать, генератор и попробовать убить свиноматку. Или что-то там нужно сделать с ней. Это однозначно. Так, может быть, здесь появился все-таки хозяин, а? Вот этот вот манекен, да? Без головы. Ведь он же не просто так здесь лежит. Ну-ка. Нет, не разбивается этот граммофон. И, я так понимаю, колонки тоже. Жаль, конечно, жаль. А я бы тут разбомбил бы все. Тем более музыка дурацкая все равно. Кровать. Но ведь кровать же не просто так здесь лежит. Так, в ящике у нас бревна. Ну, давайте заберем, так уж и быть. На доски сгодится. И все. Все, больше здесь абсолютно нечего нам ловить. Причем на картинке, да, ребят, нарисован какой-то... Ёлки-палки, это бревно. Нарисована какая-то рожа. Типа Пиноккио или кто он там такой. Но, к сожалению, никого нету. Абсолютно тишина. Ночью сюда однозначно идти нет смысла, потому что нас тут заколбасят. Ладно, предлагаю возвращаться, наверное, на... Тихо, труп, надо обшмонать. О, шикарно, горючка. И хотелось бы еще, ребят, спросить, ну, конечно же, кто в эту игру играл, разбирается в ней, или даже прошел, для чего нужны вот эти вот ракеты? Ракетницы, точнее. Так, погоди-ка. Что такое? Ё-моё. Ты посмотри-ка, а? Чёрт подери. Вот только не хватало мне здесь еще отдуплиться. Чёрт подери. Да ладно. Вы что, серьезно что ли? Это я за сколько? За последние, наверное, полчаса уже два раза погиб. Хорошо, мы начинаем играть с вами. Нет, однозначно нужно делать какое-то огнестрельное оружие. Вот эти вот сигнальные ракетницы. Для чего они нужны? Так, давайте выложим здесь все эти гвозди, канистру. И пойдемте, наверное, попробуем забрать наши манатки, которые там у нас выпали. Это где? Где-то здесь. Это рядом с фермой получается. Тихо, тут, по-моему... Да-да-да-да-да, мне не показалось. Капканчик, а? Хитро прям. Так скажем, в травушку-муравушку замуровали. Ох, щит, а вот... Тихо-тихо-тихо, не надо, не надо, не надо здесь никаких псов. Да вырывайся ты быстрее, а, олух. Ведь где-то рядом псина. Не пойму я, где она, а? Ёп! Твою мать, а. Придется бить. Ребят, никуда не денешься. Опять у меня хп очень мало. Очень мало хп. Давай ты. Ну сколько же бить-то тебе надо? Да ты посмотри, что творится. Отлично, забомбил. Так, где-то тут. Ага, металлолом, вот он. Надо делать, наверное, скорее всего, ребята, бинты как можно срочнее.
А мне только на один бинтик и хватит. Ладно, хотя бы хоть что-то. Так, погоди. Давай в ячейку. И будем теперь бинтоваться. Ух, хоть как-то. Ну, ага, вот у нас, значит, свиноферма. Свинофермочка. Слушайте, а мы убили в тот раз с вами главную, или кто там, не главная. В общем, она стояла у нас в коридоре там, в длинном. И она тоже была с вилой. И нам не хватило в тот раз ХП, чтобы завалить ее. Так, 4 камня. Я вот, честно говоря, не помню. Но мы можем с вами зайти на худой конец и глянуть. Почему бы и нет. Что-то у меня по всей карте, смотрите, потерянные предметы. Ладно, давайте здесь малька с вами осмотримся. Может быть, что-нибудь увидим. Ага, вот они мои предметы. Подожди-ка. И еще и блестящий камень до кучи. Вот он, мой родной рюкзачок. Нашел я тебя. Так, 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 это... Та псина, которая, походу, меня загрызла, да? В тот раз. Что за звуки такие, я не могу понять. Как будто там кто-то что-то точит. Ну что же, вот она и ферма. Свиноферма. Так, эти у нас крестьянины здесь... Дохлые. Так, один здесь, другой там снаружи. Еще одна свинья у нас здесь гуляет. Но мне, честно говоря, неохота сейчас с ней возюкаться. Погоди-ка, я что-то не понял. А где же у нас находится это? Как ее? Давайте ее все-таки, наверное, прибьем. Ух ты! Ты смотри-ка! Свиноматка, что делает, а? Вот паскуды. Как нам сюда-то попасть? Я уже забыл. Мы же в тот раз... А, нет. Нет. Я что-то путаю. Вот он там хрюкает, а? Как бы мне ее зажарить электричеством-то, а? Как мне подобрать... А, вот, ребят, вот здесь, вот он. Так. Вон она стоит. Так, давайте, наверное, звезданем свиней для начала всех. Получи. Да сколько бить-то? У меня и прутик так закончится скоро. Так, замечательно. И еще одну свинью. Оу, ломанулась все-таки корга. Крестьянин бежит. Так, тихо. Ох ты, ничего себе, это буянишь-то. Оу! Как это так? Как это ты так умудрился, а? Крестьянин. Тихо. Да ладно. Слушай, ребят, ну это просто непруха какая-то. Это просто жесть. У меня нет слов никаких. Ёлки-палки, а? Давай в этот... Слушайте, а может быть взять капкан с собой на всякий случай, а? И выманить его на капканчик, а потом добить просто-напросто, да и все, а? Неплохая бы мысль была, в принципе. Так, ладно, пойдемте срочно возвращать свои вещи. Ну и заодно попробуем накумарить этого крестьянина или крестьянку. В общем, неважно. Быдлу, одним словом. Так, время у нас 4 часа. Ну, еще есть. Оу! Какого лешего этот пердун тут вылез, блин? Тихо, еще этого не хватало здесь. Черт, знаете, что я сейчас только что обратил внимание? Ребят, что у меня оружие все сломанное. Практически. По-моему, мне еще разок предстоит здесь отдуприться. Если я вот этого гада не загашу. Да ты будешь падать, сволочь. Ты смотри, что... Так. Все, сломалась палка, ребят, у меня. Отлично. Повоевал, блин. Че, придется теперь сматываться как-то, я не знаю, ухитряться. Так,
перелезем давайте, наверное, здесь. Так, отлично. Все, отцепился, гаденыш. Все, у меня, короче, нету никакого оружия. Вилы у меня сломанные. Починить я их пока не могу. Нет у меня такой возможности. Так, чтобы воспользоваться... Ага, нужно подать электричество. Чтобы подать электричество, это нужен бензин. Вот в этот генератор. Так, это окно забаррикадированное. Забаррикадированное, слишком прочное, и я не могу ее разобрать. Ну, нам с тобой разбирать-то ее и не нужно. И вот еще, ребят, загвоздка, да? Если я как-нибудь, каким-то чудом убиваю свиноматку электричеством, как я все равно попаду в это здание? Ума не приложу, если там нету прохода. Что ж, неужели мне придется опять идти в мой вот этот дом и дожидаться следующего дня, а уже потом идти дальше? По ходу дела так оно и будет. Хотя я, наверное, вернусь для начала в свою старую добрую локацию, где мне там все известно. И будем, наверное, мы с вами там переживать ночку. Уже совсем темно. Опачки. Открыта новая локация. Корпус танка. Точно, ребята, смотрите, лежит танк. Черт подери, возле... Оу, неплохо, неплохо. Слушай, этот придурок сейчас опять на меня побежит, а у меня оружия нету. Давайте, короче, возвращаться туда, откуда я начал свою историю этого темного леса. Потому что уже темно, 6 часов, скоро будет ночь. Эх, дом, родной дом, давай встречай меня скорее. Ух, закупориваемся и ждем. Что тут за звуки такие, я не могу понять. Что происходит? Конечно, разжечь печку. Так, печка горит снова. Оу-оу-оу-оу-оу, я же зажег печку, что такое? Еще б чуть-чуть бы и было бы хана. Так, ну что, давайте делать с вами тогда что? Вытаскиваем отсюда лампу. Так, подожди, что, не хватает-то ее. Так, вытягиваем. И будем, как в тот раз, сами вставать за дверь. Вот так мы поставим. И вот здесь будем выжидать. Вот так сделаем. Ребята, у нас времени сколько? 11 час. Уже, как вы слышите, эти уроды там кричат. Оборотни, вурдалаки, аборигены и так далее, и тому подобное. 11 часов. Ух, лишь бы все хорошо прошло. Мне нужны очень сильные очки репутации. Нужно много что покупать. Это что такое за свет? Смотрите. Яркий свет. А, ну это почему-то именно вот в этом месте появляется яркий свет и начинают какие-то там прыгать. Ну, сами видите, что. Какие-то личинки или капельки. В общем, какая-то форма жизни. Но меня больше беспокоит не это, а как я буду сопротивляться врагам, если кто-то ко мне пожалует. Сами видите, вилы у меня испорчены. Ну и ничего больше нет абсолютно. Ладно, будем надеяться, что нам повезет. В любом случае, уже кто-то здесь бродит. Во-во-во-во-во, заскрипел. Так, тихо-тихо-тихо. Ребята, по-моему, нам повезло. Меня прикрыли дверью, и, как видите, псина не может ко мне прорваться. Надеюсь, так оно и будет. Потому что некоторые монстры эти двери просто сносят. Даже не буду шалохаться. Буду стоять как вкопанный до 7 часов утра, до 8. Ну что, только псы? Больше никого не будет.
Ну, а если даже подойдет этот гаденыш-абориген, то они с псами, как говорится, столкнутся лбами и будут драться. Так, осталось совсем маленько подождать. Уже почти 5 часов. Время довольно быстро летит, когда в безопасности. Нет, это, ребят, по-моему, двери скрипят, в которые псина уперлась. Я думал, что кто-то бродит там, но нет. Ух, тогда хорошо. Тихо, тихо, не надо никаких полтергейсов. Давай вот так вот простоим всю ночь. Втихаря за дверью в уголку. И все. Мне больше никаких приключений мне не надо. Ну что, я уже слышу издалека нашу победную музыку. Вы ее тоже слышите. А вот что мне дальше потом делать, я ума пока не приложу. Куда нам с вами отправиться? Что нам нужно разведать? Так, давай, 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 давай. Осталось полчасика. Получим репутацию. Заодно посмотрим, сколько мы заработаем у торговца. Отлично. И какой у нас день? 19-й. Ух, 100 очков репутации. Выходим. Ночка была, на удивление, хорошей. Так, ну-ка давай, братишка, показывай. Так, 199 очков у нас. Ну и что мы на них купим? На ткань нам не хватит. Слишком дорого она стоит. Гнилой гриб, он вообще нам не нужен. В принципе, его можно выкинуть. Патроны среднего калибра. Это нужно будет нам с вами оружие делать. Пока еще недоступно. А вот хрен, не будет он с нами торговать. Ну что же, сохранение прошло. Можно сейчас посмотреть, что у нас тут. Да, не густо, не густо, ребята. 4 патрона для дробовика. Так, батарейка. Горючее. Угу. Еще одна батарейка, патрон. И бутылки пустые. Вот это можно, в принципе, наверное, продать. Оно уже ремонту не подлежит. И, в принципе, все. Бутылка с газом, с токсичным, кстати, можно сделать легко воспламеняющим. А как его использовать? Вот это будет загадка. Ну что, можно, в принципе, наверное, прогуляться. Куда? В глухой лес? Но мне не дает покоя свадьба эта чертова. И где мне найти пароль от кодового замка, который у меня здесь на моей территории? Так, давайте выключим генератор. Да и, пожалуй, можно заканчивать на этом наш выпуск. И мы увидимся обязательно с вами в следующей серии. И продолжим проходить эту игру, изучать этот странный лес, разгадывать загадки. В общем, ребята, всем пока, всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. А на этом все. До скорого.